Пулемет от РМБ. Оружие. Оружие, да. Кабина пилот. Как машина. Немного воображения, и обычный стул становится трибуной, короной, транспортным средством. Умение видеть – главное оружие актера. В Доме культуры «Контакт» в Химках провели мастер-класс по актерскому мастерству. Вы сидите сейчас все на месте, я хлопаю, приготовлю вам. Да-да-да-да-да-да-да, все. Я хлопаю, и вы должны его как бы поймать. Актриса театра «Апрель» Радмила Тихонова окончила Московский университет культуры и искусств. За ее плечами множество ролей в театре и 20 лет преподавания актерского мастерства. Сегодня делится секретами профессии. Актерское мастерство – путь к успеху, потому что, обладая этим мастерством, а не зря это слово называют, мастерство, можно добиться в этой жизни многого. И я вот сейчас, в наше время, более чем уверена, что актерское мастерство нужно практически каждому ребенку, каждому подростку. Участники мастер-класса попробовали себя в импровизации, после задали вопросы о нюансах работы актером. Какие еще мастер-классы можно посетить в Химках? Подробная информация на сайте администрации городского округа.